и были лодочные переправы. Но так или иначе, партикулярные верфи пришли в упадок, их перестроили под склады вина и соли, стали называть это место соляным городком. От бывших верфей нам осталась лишь церковь Святого Пантелеймона, что скрывается слева по улице Пенстеля. К сожалению, с корабля мы ее не увидим. Но может, что показалось впереди перед нами, как раз от нее получил свое название. Он также именуется Пантелеймоновским. Один из красивейших мостов, переброшенный через фонтанку, очень много позолоты и военной атрибутики, секиры, мечи, фонари, выполненные из пучков копий с золотыми наконечниками, украшены щитами, на верхушках парят двуглавые позолоченные орлы. Как только мы пройдем под этим мостом, будем совершать крутой поворот направо и вновь окажемся в водах реки Мойки, и при повороте я покажу Чижика-Пыжика. Будьте готовы, промелькнет буквально на пару секунд.